И сегодня 1 сентября, а здесь у нас способы посева 12,5 сантиметров. Сеяли зерновой сеялки, сорт сои Пруденс. Здесь вот как раз у нас контраст. Здесь 200 тысяч вот на этом участке, который у нас слева. И правый участок, это участок с нормой 700 тысяч штук на гектар. И здесь есть, конечно, визуальная разница, потому что вот как раз середина, она проваливается по высоте, ну и, наверное, и по густоте. И он, кстати, визуально там вдалеке это все видно. Так что можно сравнивать 200 тысяч. Как бы более выровнен посев, нет краевого эффекта. 300 тысяч то же самое. В целом я не вижу краевого также эффекта. 400 тысяч краевой эффект уже выражен. И серединка как будто бы даже не сказать бы, что она густая. Да, вот 400 и 300. 300 кажется даже погуще выглядит. Хотя нет. И есть здесь уже краевой эффект и посев заметно ниже. То есть вот он краевой эффект и высота от края. Я имею в виду край, это 8 сантиметров, и здесь где-то 60, перепад где-то в 20 сантиметров. Так, это у нас сколько? 500, 400, 500, 600, 700, 400. 500 тот же самый. Вот он краевой эффект. 600 тысяч. Серединка уже начинает, ну как бы, такая впадинка видна. И ярко выраженный такой краевой эффект. Ну и 700 тысяч тоже не кажется таким прям густым посевом. Высота растений здесь, конечно, ниже, чем на предыдущих. Но тоже в пределах там, в среднем, наверное, от 40 до 60, и также выражен краевой эффект на этом посеве. Так что вот на данный момент такой вот обзор. Я в целом успел рассказать про три способа посева с различными как бы нормами высева. Ну, в целом как бы визуально это все видно. Теперь осталось это все убрать и посмотреть, какой же будет у нас бункерный вес, ну и, конечно же, зачетный. Так что всем удачи!